Лучшие цены на Apple технику и аксессуары в магазине macof.net, ссылка в описании. Всем привет, с вами Apple Team, и ребят, в последнее время в интернете множатся новости о iPhone 6. Это разные слухи, какие-то новости, возможные утечки с Foxconn, где производят iPhone 6 и прочие к нему аксессуары. И в общем-то в этом эпизоде мы поговорим о Lightning кабеле, который, возможно, получит обновление вместе с выходом нового iPhone 6. Что же нового появится в лайтнинге второго поколения, а именно то, что он будет двухсторонний. Иными словами, можно будет его запихнуть в разъем для USB любой стороной, какой мы захотим. То есть, это удобно, я считаю, потому что, вот скажем, для меня, я пользователь Mac Mini, и у меня Mac Mini стоит разъемами USB назад. То есть, я их не вижу, и мне приходится, когда я хочу зарядить iPhone, именно не то, что запихивать, затыкивать их как-то в этот USB, чтобы оно влезло, и наконец-таки iPhone начал заряжаться. С лайтнингом второго поколения и его двухсторонностью я это смогу просто сделать легко. Найти пальцем USB разъем и воткнуть Lightning любой стороной. Это чистая разработка Apple, совсем недавно Apple получила патент на эту штуку, и уже, кстати, говорят, что идет производство на Foxconn, и мы увидим Lightning второго поколения вместе с iPhone 6 в сентябре. И последнее, что касается нового лайтнинга, это, возможно, он перейдет с USB 2.0 на USB 3.0, что увеличит скорость передачи файлов, скажем, с компьютера на устройство. На этом, ребят, все. С вами был Apple Team. Если вы хотите еще такие апдейты по поводу новостей и слухов из мира Apple, из мира нового iPhone и вообще всей продукции, которая будет выходить, то ставьте ваши пальцы вверх, я пойму, что вам это интересно, и буду снимать такие видео чаще. На этом, ребят, точно все. С вами был Apple Team. Не забывайте о яблочках, подписывайтесь на канал, ставьте ваши пальцы вверх. Пока!